Множество людей любят механические моды за их компактность и внешний вид. В последнее время популярность набирают моды диаметром 24 и более миллиметров. И если большинство производителей делают так для утолщения стенок с целью уменьшения просадок, то Limitless пошли своим путем. Мод приходит в коробке из прозрачного пластика. Сразу на упаковке производитель предупреждает, что это устройство не для новичков. Комплектация тут никакая, только сам мод, поэтому стаканы придется приобретать отдельно. Смотрится устройство цельно и солидно. На верхней части есть прорези, в которых спрятаны вентиляционные отверстия. Фишка Limitless Mod заключается в возможности смены декоративных стаканов или кожухов. Такое решение может понравиться модникам, которые могут теперь менять внешний вид своего девайса под дрипку или просто по настроению. У нас было 4 стакана. Наиболее универсальным и приятным на ощупь стал Cobra Limitless Sleeve. С таким кожухом отлично смотрится большинство дрипок. Деревянный стакан смотрится отлично, а вот тактильно напоминает дешевый шпон. Проблема мода заключается в том, что за исключением деревянного, стаканы нужно подпирать кнопкой. Для этого вам придется частенько подстраивать высоту изолятора. Кстати, если аккумулятор имеет чуть больший диаметр и заходит плотно, то при его смене держитесь за верхнюю часть устройства или за дрипку. В противном случае при вытряхивании аккумулятора у вас вылетит корпус мода. По заверению производителя, кнопка тут инновационная и вообще самая лучшая. Во-первых, можно регулировать ее ход с помощью поворота специальной шайбы. Для удобства на ней есть небольшое углубление. Во-вторых, ходит она по специальным рельсам. За счет всей этой конструкции, как обещает Limitless, просадки вам не страшны. На деле же мы не можем назвать Limitless модом для соревнований. Да, он жарит, но не так, как его конкуренты по типу Sub-Zero или Rig V2. В Limitless мод упор сделан на дизайн, и это не так плохо. Это действительно оригинально выглядящий и интересный мод, которым будет не стыдно красоваться перед друзьями, как вживую, так и на хэндчеках в Инстаграме. Ближайший конкурент, пожалуй, Cam мод от Raven's Moon Vapor. А что лучше, сменные яркие стаканы большого диаметра или более компактный корпус с красивой кнопкой, решать только вам. Мы благодарим компанию Vapor Kit за предоставленное устройство. Подробный обзор вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.